Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию «Падший бог, плохой эпилог». И вот я тут прибежал сейчас к курьеру, чтобы забрать у него заказ. Слушай. Кислый. Я за товаром от местного торговца с блокпоста. Ага. Ага. 5 килограмм, тяжелый ящик для торговца. Содержимое неизвестно. Ну вот и все. Так... Хорошо, значит, можно отсюда уходить, и, в принципе, с этой стороны нам уже делать нечего. Вот это задание почему-то не сработало. Ну и отправляемся, значит, разгадывать тайну аномалии. Что ж, я подбегаю. Здесь пси-воздействие. И что, не допрыгнуть нам до нее? Что тут делать? Аптечка, кстати говоря, только одна осталась. Как тут разгадать тайну? Нужно разгадать ее тайну. А как? Непонятно, что тут делать. Короче, я отгрузился, чтобы аптечку сохранить. И давайте сейчас, во-первых, тут вот угомоним полтергейста. Ух, нифига ты куда полетел. Ага. И нужно же нам на остановке забрать там... Тяжелое что-то. Что-то тяжелое мы тут оставили на потом. Ага, сканер аномалий. 2 килограмма. Я думал, будет потяжелее. Ну ладно. Ну вот, в принципе... А, теперь нужно установить его. Я понял. Я понял. А я думал, что нужно вернуть его обратно ученому. Ну, установить так установить. Так, как мы тут залезем наверх? С какой стороны? Тут, похоже, не пролезем. Ага, еще один полтергейст летает. Ну-ка, иди сюда. Так, вот здесь вот сейчас залезем. Давай, энергетик. Так, ну-ка. Ага. Нет, все-таки вот здесь. Ставим, все, поставили, можно возвращаться обратно. Ну и по пути сейчас зайдем еще сюда, в подвал к Сидоровичу. Заберем здесь ящик с патронами. Отлично. И вот теперь топаем на блокпост, только тут кровососы появились. Может, просто от них свалить? Ну, вас нафиг. Ну вот, я вернулся. Отдаем боеприпасы. Получаем выверт, дробь, 2500. Отлично. Значит, выверт сразу можно на пояс. И снежинку на пояс тоже. Привет, брат. Так, дальше. Сдаем задание. Гладу, контейнер с хабаром. О, пузырь, я понял. Значит, выверт снимаем, пузырь ставим. Так, хорошо. Теперь можно заглянуть наверх. Тут тоже у нас что-то заказывали. Станция. Отбойник, патроны. Нормально. Ставим сюда, ты разряжаем. Опусти, мужик. Так, потом продадим. Теперь вопрос у техника появился. Диалог насчет лунного света. Да, вот твой арт. Спасибо. Вот я взамен кое-какой другой полезный. Пустышка. Ага. А еще вот можно КПК эколога ему показать. 2500. КПК Нептуна. Нептуна? Не думал, что он погибнет. Сталкер был опытный. Ладно, давай сюда. 2500. Отлично. Такс. Ну и... Что тут можно сделать? Массу. Массу надо снизить. Но, похоже, не снизим, да, здесь... ладно. Слушаю тебя. Ну и пойдем к ученому. Так, значит, во-первых, вот твоя книга. Благодарю, батарейка. И ваш сотрудник мертв. Устройство я установил на мосту и активировал. Плохо людей терять, особенно научных кадров. Совсем не хочется. Что дальше? Дальше остается только ждать. Вас, кажется, тусклый видеть хотел. Сходите к нему. У народа тоже стоит работы поспрашивать. Всем можно помочь чем-нибудь. Хорошо. Так. А ты по-прежнему
по-прежнему молчишь. Ну и что там хочет Тусклый? Приветствую, профессор сказал, что у тебя есть работа. Да, профессор сообщил, что ты ходил в вылазку до моста. Это похвально. Я бы хотел тебя попросить об одной услуге. Я слушаю. Пока тебя не было, к нам пришел один сталкер со стороны болот. Сейчас он лежит в очень тяжелом состоянии в казармах. Когда он только пришел, он бормотал что-то про эту аномалию. В общем, если вернуть его в чувство, то он, вероятно, может помочь с решением проблемы аномалии. Для этого стоит найти один медицинский набор. Кажется, мои люди видели недавно такой возле вагончика у деревни новичков. Ладно, поищу. Так, хорошо, возле вагончика, говоришь. Сейчас зайдем к торговцу. Продадим тут вот это дело. Плюс артефакты можно некоторые продать. Так, я хотел там прокачать. Да, хотел, но не сделал. Так, давайте здесь контейнеры, контейнеры. 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 Вот так вот сделаем. Неплохо. Повесим, значит, пустышку и вот это дело. Хорошо. А вот это можно продать. Слушаю тебя. Это продаем. И отправляемся в сторону деревни. Так, еще водки у меня тут многовато. Вот так вот. Вот так вот. И нам, по идее, уже энергетики не нужны. Так что все. Задание называется «Птичье чудо». Меднабор. Ладно. Универсальный медицинский набор. Подобные наборы очень ценятся. Ну и идем в казарму лечить сталкера. Сокол. Эй, ты как? Сталкер невнятно пытается что-то сказать. Сейчас, у меня есть кое-что. Ты в порядке? Что с тобой произошло? Моя группа была в мертвом городе. Там было 4 контролера. У каждого своя свита зомби. Мы не знали. Все мои люди погибли. Я один выжил. Ты часом не бредишь, как 4 контролера могут ужиться на одном месте? Нет, это правда. У нас был заказ. Мы должны были найти в мертвом городе одни документы, которые рассказывают о подобных явлениях. Как эта аномалия на кордоне. И вы нашли... документы? Да. А можешь отдать мне их? Они могут мне пригодиться. Не ученый человек не поймет содержимое. У нас есть тут один ученый. Хорошо, бери. Документы Сокола. Важные документы от сталкера Сокола. В них содержится много информации про аномалию на кордоне. Загадка лишь в том, что подобное забыло в мертвом городе. Профессор, у меня есть кое-что, относящееся к этой аномалии. Держите. Так, что ж там? Ага. О, интересно. Не томите, что там? В общем, судя по этим данным, аномалия рукотворная. Ее сделали люди, но зачем? Этого мне, увы, неизвестно. Зато я получил нужную мне информацию со сканера и могу сделать нужное устройство, с помощью которого можно будет пройти в самый центр аномалии. Для этого мне нужно, чтобы вы забрали кое-какую запчасть от него. Я отмечу вам на карте. Хорошо, я скоро. Неизвестный. Сталкер, мне нужно тебе кое-что сказать. Подойди ко мне. Я возле КПП у поваленного дерева. Ага. Так, сейчас, секунду. Я еще просто вспомнил, что было бы неплохо. Привет, нам брат. Купить аптечек, если продаются. Ну, конечно же, их нет. Ну, тогда колбасы. Колбасы нас спасут. В случае чего. Или, может, у ученого там в продаже аптечки? Ну, ладно. Будем на колбасах как-то жить. Ну что, сразу пойдем посмотрим, что там за неизвестный. Что за неизвестный? Так. Опа. Лесник, что ли? Слушаю тебя. Прохор. Дед, ты кто? Разве тут безопасно? Не лучше пойти на блокпост? Я Прохор. Тебе нужно уходить, парень. Уходи отсюда, иначе погубишь себя. Почему? Пока что я не могу рассказать тебе об этом. Поверь мне, лучше уйти. И теперь выбор. Помочь сталкерам с аномалией или покинуть зону. Ага. Ну что, давайте проверим, что будет, если покинуть зону. Ну а потом, конечно же, я отгружусь и мы поможем сталкерам. Все, уходим из зоны.
Бурбон покинул зону, оставив сталкеров справляться с аномалией самих. Через какое-то время из аномалии стало появляться все больше и больше мутантов. Регулярные нападения этих мутантов привели к гибели всех сталкеров, что удерживали блокпост. Отныне в зону стало попасть гораздо труднее. Почти все, кто решался рискнуть, погибали в первые часы нахождения в зоне. Зона укрепила свою границу еще сильнее. Ага. Ну и теперь отгружаемся. Не будем слушать советы деда. А поможем сталкерам. Значит, надо найти детали где-то здесь. Ну-ка, что у нас тут? Ага. Набор деталей. Набор кучи случайных деталей. Ну ладно. Запчасти у меня. Прекрасно. Дайте мне пару секунд. Так, ну вот, устройство готово. Надевайте его на голову и идите к аномалии. В общем, ваша задача — найти устройство, генерирующее аномалию, а также устранить его. Сделаю. Так, а аптечки вы продаете? Не продаете. А кто продает? Похоже, никто. Эх, ну, значит, пойдем на колбасах. Единственную аптечку поставим вот сюда, чтобы в случае чего использовать. И вот пришел я к аномалии. Так, ну и что? Где тут какое устройство должно быть? Подойти к аномалии. Необходимо пойти к аномалии и исследовать ее. Ну, давайте смотреть. Я не знаю, может, тут под елками запрятали. Но прямо под самой аномалией ничего нет, вроде бы. Так. Разобраться с неизвестными. Около аномалии мой КПК уловил сигнал группы неизвестных. Нужно выяснить, что там не так. А ну-ка. 4 человека. Ребята, вы кто? Монолитовцы? Ё-моё. Ну-ка. Так, аптечку одну использовали, дальше у нас только колбасы. Фанатик, винторез у них тут, ничего себе. Все что ли с винтарями? Да, крутые хлопцы и ученые у вас тут. Ё-моё. Не балуй. Оружие спрячь. Ничего себе. Так. Профессор Звягинцев. У тебя есть ровно 30 секунд, чтобы объяснить, почему я не должен тебя убивать. Что вы, сталкеры, такие упертые? Время идет. Какого хрена вы тут устроили? Зачем все это? Ладно, слушай, мы инквизиторы. Зона становится нестабильной, и чтобы предотвратить ее расширение, необходимо остановить поток сталкеров в зону. Понимаешь, зона — своеобразный резиновый шар. Она может вместить много сталкеров, но этот лимит не бесконечен. Если сталкеров станет слишком много, то зона начнет сама по себе расширяться. Мы же пытаемся это остановить. Эта установка должна была сделать кордон опасным местом, чтобы сталкеры перестали ходить в зону. Я все сказал. Выбор, конечно же, за тобой, но я тебе обещаю, что если ты покинешь зону и оставишь это устройство, зона не расширит себя. И жизнь за колючкой будет такой же безопасной, как и сейчас. Так. Убить ученого или уйти? Финальный выбор. Ну-ка, я не знаю, должен ли я верить словам ученого. Вдруг он просто бредит. В общем, я тут сохранился, и давайте сейчас просто уйдем. А, и задание сразу уйти из зоны у нас. Я решил просто уйти, я сделал свой выбор, надеюсь, он был верным. Но по сути, наверное, концовка будет та же. Или чем-то она будет отличаться все-таки, сейчас посмотрим. Ну а потом, конечно, переиграем. Итак, снова уходим из зоны. И Бурбон покинул зону, оставив сталкера справляться с аномалией самих. Через какое-то время из аномалии стали появляться все больше и больше мутантов, регулярные нападения. Все понятно, то же самое. Отныне в зону стало попасть гораздо труднее.
Зона укрепила свою границу еще сильнее. Ну, короче, та же самая концовка. Поэтому загружаем сохранение и на этот раз убиваем ученого. Так, что у тебя есть? Консерва. И все. И теперь нужно уничтожить устройство. Я решил не верить словам ученого. Я его убил. Нужно уничтожить устройство, создающее аномалию. Уничтожить. Ага, что-то там сломали, наверное. Ну и аномалия, по идее, сейчас пропала. А нам нужно поговорить с ученым. Аномалия более неактивна. Нужно сообщить об этом ученому. Ну, так нет, аномалия есть. И пси-воздействие есть, но, возможно, сейчас просто из нее мутанты не будут появляться. Но это можно так объяснить. Что ж, я вернулся. Слушай, устройство тебя уничтожено. Его создали некие инквизиторы. Главным там был профессор Звягинцев. Звягинцев не может быть. Как я полагаю, он был вам знаком. Это был бывший мой коллега. Мы с ним работали еще в 12-м году с профессором Сахаровым. Однако во время одних замеров Звягинцев пропал. Я думал, что все это время он был мертв. Как бы то ни было, аномалий больше нет. А это значит, что новые сталкеры смогут снова ходить в зону. Да, я вам крайне благодарен, молодой человек. Я уверен, что все сталкерское сообщество вам благодарны. Аномалия должна скоро исчезнуть. Я уверен, что все сталкерство вам благодарны. Аномалия должна скоро исчезнуть. Я в свободное время навел о вас справки, узнал, где вы жили. Вы ведь возвращаетесь в свой родной город. Если да, то найдите в городской поликлинике человека по имени Николай Морозов. Он может помочь такому, как вы, с работой на большой земле. Я вас порекомендую ему. Благодарю вас, удачи. Ну и вот теперь можно уходить из зоны. И посмотрим, какая концовка будет сейчас. Что ж, уходим. Аномалия на кордоне исчезла, Бурбон покинул зону. Однако через какое-то время из-за большого потока новых и старых сталкеров в зону был спровоцирован очень глобальный выброс. Главным его последствием стало то, что зона начала бесконтрольно расширяться, захватывая все больше территорий на земле. Сам же Бурбон погиб на большой земле при неизвестных обстоятельствах. Ну, вот такая вот небольшая модификация. Конечно, сюжет простой, ничего здесь сверхъестественного. Тем не менее, спасибо автору за мод. Спасибо, что смотрели это прохождение. Надеюсь, что полноценный проект будет интереснее. Так что пожелаем ему удачи. Ну а на этом все. Всем большое спасибо. Всем пока.